На портале kap.ru проходит голосование на тему «Какое время начала и окончания служебного дня, по вашему мнению, должно быть в государственных и муниципальных органах и учреждениях Чувашской Республики, расположенных в городе Чебоксары?» Вопрос по изменению рабочего времени возник из-за сложной дорожной ситуации, когда в городе в утренние и вечерние часы затрудняется движение. На данный момент лидирует мнение, что рабочий день служащих должен начинаться в 9, а заканчиваться в 18:00. Если вы тоже хотите поучаствовать в голосовании, заходите на сайт kap.ru.